Привет, сейчас я делаю пакет трейсер 4.3.2.6. Здесь у нас список интернет-доступа ACL для IPv6. Сразу начнем. Имя список интернет-доступа блок HTTP. Это его имя, давайте скопируем, он должен быть правильно. Он у нас на R1. Откроем R1, командная строка. Enable conf.t. Вводим IPv6 access list. Его название, блок HTTP. Мы зашли в его настройку. Здесь что нам нужно? Здесь нам уже указаны команды. DNA, TCP, AnyHost, IP и EQ3W, paste. Это мы запрещаем доступ для HTTP. Теперь нужно запретить доступ для HTTPS. Почти такая же команда. Только здесь у нас вместо 3W 443. Дальше. 443. Решите передачу всего остального трафика IPv6. Здесь не совсем как в IPv4. Здесь нужно написать permit any IPv6 IPv6 any. Вот. Этой командой мы разрешили весь остальной трафик. Дальше. Мы должны назначить этот access list на интерфейсе. Для этого заходим в интерфейс int g01 и здесь прописываем IPv6 traffic filter block HTTP in. То есть указываем, что на этом интерфейсе используется этот список контроля доступа. Это мы настроили R1. Теперь нам нужно настроить R3. Откроем R3, командная строка. Enable conf.t. Что тут? Здесь у нас проверка, можете проверить. Я сразу перехожу к настройке. Копирую название. Это мы будем блокировать пинги для этого. Как и там прописываем IPv6 access list его название. Заходим в его настройку. Здесь пишем deny. ICMP any. То есть все deny. То есть мы все ICMP запросы запрещаем. И разрешаем все кроме этого. Permit IPv6 any. Да. Теперь назначаем это на интерфейсе int g00 и IPv6 traffic filter paste название out. Все. Мы настроили списки контроля доступа для IPv6. Было очень просто. 100 из 100. Все настроили правильно. Можете проверить пинги. Проходит ли пинг. Открываются ли страницы. На этом все. Пока.